Вчера вечером Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против российской экономики. Собственно, не только против российской экономики. Речь идет примерно о 400 физических лицах и 100 юридических лицах. В число физлиц попали те люди, которые так или иначе угрожают суверенитету Украины или которые работали на ослабление нашего государства. А в число юридических лиц попали те компании, которые так или иначе либо причастны к аннексии Крыма, либо к войне на Донбассе. И в частности, очень большой, очень важный блок среди этих юридических лиц посвящен российским авиакомпаниям, которые совершают авиаперелеты в Крым. Кроме того, они летают и в Киев, поэтому и в другие города Украины. Поэтому речь идет об Аэрофлоте, авиакомпании «Сибирь», авиакомпании «Трансаэро», «Вим-Авиа» и многих-многих других. Поэтому, возможно, в самое ближайшее время мы услышим о том, что их рейсы, которые должны были планироваться в Киев, возможно, будут отменены. В общем, эта новость уж тем более будет топ-новостью ближайшего нескольких дней.